Доброе утро, мои хорошие. Представьте, просыпаюсь, чувствую, что на мне что-то лежит. Что-то мне мешает. Смотрю. А у меня здесь пантерка. Пантер. Пантерочка. Ты там на мне лежишь, девочка моя. Ой, ты моя красоточка. Вот она какая. Пантерка. Пантерка. Лежит. У меня живот болит. Она... Видно, чувство. Кошки же говорят, как говорится, что кошки чувствуют все, что болит. Вот я проснулась, и просто утром у меня живот вообще жестко болит. И вот она прибежала ко мне, легла на меня. И лежит. Сейчас вот даже лежу, мне полегче стало, все, живот не болит, ничего. Но я боюсь вставать, потому что вдруг заболит. Она лежит на мне, и мне хорошо так. Все успокоилось. Правда, говорится, кошки лечат. Я вообще в шоке. Так что такие дела. Пойду вставать. Чайник там дочь уже поставила. Я сегодня на работу пойду после обеда. Так что из-за этого я с утра еще валяюсь. Нет, ну так... Я еще и болела сильно с утра. Не знаю, почему живот болит. Так что пойду чаечек попью. А, в смысле, не знаю почему. Я вчера пирожков наелась, а таблетку не выпила. Вот из-за этого у меня он и болит. Так что пойду чаек попью просто. Чай сладенький. Может, полегче будет. Пух-пух. В общем, поехала я на работу. Я сегодня с обеда до вечера. Сейчас поеду там, надо домыть все. Завтра будут группу принимать. Так что сейчас поедем, уберемся, пойдем все до конца домой. Мне шкафчики осталось помыть в приемной. А так все чисто. Все помыли. И все, и домой. Это у нас в группе вот так вот все выглядит. Игрушки там все помыто, убрано. Сейчас осталось нам стулочки расставить, палатки расстелить и все. В комнате кроватки мы еще не заправляем, потому что не знаем группа, сколько у нас будет, вообще наша группа открывается или нет. Так что, так все остальное чистенько, окошечки чистые, все чисто. Завтра группы будут принимать у нас. Сейчас еще доубираю все до конца и покажу. Чек. Так, в общем, все, здесь уже все составлено. Все полностью приготовлено. У нас группа готова. Так что осталось мне только помыть приемной. Вот эти шкафчики еще осталось помыть. А так все уже готово. Мы все убрали, все приготовили. Так что остались шкафы и все. И мы домой. Главное не упасть. В общем, все, я отработала. Еду до дому, до хаты. Доченька, надеюсь, дома еще никуда не уехала, не свалила. Потому что она должна была ехать погулять. Так что сейчас проверю, приеду домой, что там, да как, что делают мои ребятишки. Представьте, подъехала к магазинчику сейчас. Думала, зайду сейчас кое-что возьму. А у меня это... Замка, ключика нету. Не оказалось от замка. Замок-то висит. Вот на руле у меня висит замок. А ключа нету. Так что я рядом поставила возле киоска, там попросила, чтобы посмотрели за велосипедом. И все. И сходила в магазинчик. Ну, ветер вообще прям конкретно. Ну, машин не видать. Я, в общем, по дороге лечу. Вообще клево. В общем, пришла домой, я готовлю борщ. Для этого я беру картошечку, помидорчик, морковочку, свеколку, лук, укропчик. Такая вот, ой, упала. Такая томатная паста у меня. Лучок репчатый и капуста кусочек. Здесь у меня бульон готовится, два крылышка. Все, начинаем готовить. Начинаю я готовить борщ, борщ, борщ. Вкусный борщ.
Так, картошечку я режу кубиком. Иногда я режу мелким. Сейчас хочу крупным. У меня всегда по настроению. Иногда соломкой. Как захочу, так и нарежу. Прям большими кусками. Вот я хочу сейчас в этот момент вот такие большие куски. А так я вообще квадратики мелкие режу. На борщ. Ай, аккуратно. Сразу буду лук нарежу для пассировки. И буду делать зажарочку. Так, маслица. Где мое маслица? Так, сейчас я еще хочу сходить в светофор. Мне надо кофе купить. Так что... Я лучок нарежу, поставлю его зажаривать. Я сначала всегда зажариваю лучок. Так, морковь, подвигайся. Пока у меня здесь картошка будет закипать, потом капусточку. Картошка закипит, кину капусточку и буду делать зажарочку. Сейчас свеколку я режу кубиком. Мелко. Нарезаем кубиком. Наталька у меня гуляет, собралась ехать. Сыночка гуляет, как всегда, бегает целый день. Он вечером приходит, он вообще уставший, валится с ног. Прям вообще... Никакой. У кого так же детки бегают? А, кстати, я хотела спросить, вы этот в ТикТок-то заходите, мой, нет? Заходите, смотрите, там видосики прикольные есть. Комментарии пишите, лайкайте. Подписывайтесь обязательно. ТикТок я тоже потихонечку снимаю. Так, картошечка уже закипела. Сейчас чуть-чуть подкипит, и я капусточку уже нарежу. Сейчас сначала морковку нарежу с этим. Что, у меня досочка занята. Дочь, а ты кушала сегодня? Что кушала? А я утром как встала, поела, чай попила с пирожочками и все. Больше ничего. А, на работе это, кофе попила. Кофе на работе попила с конфеточкой. И печеньку одну. И все. А сейчас хочу борщ. У меня сухарики еще есть. Ставьте сухарики. Сейчас борщ сварю. Сметанка, сухарики. Ням-ням-ням. А чесночок, дочь, есть там, не знаешь? Да, есть. Да? Чуть-чуть чесночочка еще добавить. Так, все, пока это я капусты нарежу. Капуста. Ты давно салат капусту не делали. Да? Надо замутить будет. Капуста вообще обалденная. Свежая. Вкусненькая. Сейчас проверю. Нормально мне капусточки. Нет, все нарежу. Я люблю, когда у меня борщ много капусты, а картошки мало. Так люблю. И капуста, чтобы она у меня не мелко была нарезана, а крупно.
каждый по-своему делает. Обалдеть. Не знаю. Так, помидор. Неудобно таким ножиком резать. Я помидор всегда пилочкой ножик режу. Капуста. Зубов застрял. Перчик хотела взять. Нашла, что-то постояла, посмотрела. Передумала. И перца больше будет. Я, дочь, прикинь, подъезжаю к магазину, а этот ключик от замка у меня дома-то. Я, короче, стояла, наблюдала. Думаю, кого попросить, чтобы за великом-то приглядели. Ну, конечно, попросила. Ну, человека кого попросила. Сказала, посмотрите за велосипедом. Они посмотрели. Я пошла, купила. Так, сюда. Так, у меня какая-то томатная паста новая. Я такой еще ни разу не готовила. Пахнет вообще прям как натуральная. Я почитала состав. Здесь идет томатная паста и вода, и все. Она прям... Я просто томатную пасту люблю. Так есть. Что ты? Ты ни мне не говоришь? Ой, какая она вкусная. Я люблю ее так есть. Нет, так. А что мне надо еще добавить? Сейчас это все зажарится хорошо. Томатную пасту походу. Вот такая вот у меня зажарочка зажаривается. Или как правильно, пассируется. Лук, морковка, помидорка, свеколка. И томатная паста. Здесь кипит капуста, картошка. Уже почти готова. Здесь приготовила лаврушечку. Чесночок, лучок и укропчик. Сейчас у нас все заготовится, покипит. И это я все добавлю. Мой борщец почти готов. Еще... Ой-ой-ой, что не упало. Передобавляю зеленушечку, укропчик и лучок. И все, и я буду кушать, кушать, кушать. Задать? Нет, я буду кушать очень-очень вкусно. Потому что я соскучилась по борщу. Сейчас чуть-чуть он покипит, капелюшечку, капелюшечку, и все. Обалдеть, дочь, не хочешь борщ? Нет, не хочу. А я хочу. Все, сейчас он покипит, чуть-чуть я буду кушать. В общем, все я приготовила, супчик у меня настоялся. Он такой ароматный, вкусный. Я себе наложила в полную тарелочку. Так что сейчас я буду кушать. И вот сухарики у меня. Я села за компьютер, поиграть чуть-чуть и поем. Так что приятного аппетита мне, ну и вам, кто кушает, смотрит. В общем, Иришка ко мне в гости зашла. Мы попили кофеечек и пошли в светофор. То, что у меня кофе дома закончился. Так что пойдем кофе купим. Там она сказала, кофе вкусное продается. Так что мы идем за кофе в светофорчик. Ну и фотосессию заодно. Пофоткаемся. И, кстати, заходите в ТикТок ко мне. Смотрите видосы. И я сегодня поснимала ТикТок. Так что зайдите и поглядите. Мы уже почти доходим. Осталось еще чуть. Мы вот дошли до переезда. Бэ-бэм. Переезд стоит. Поезд идет где-то. Бэ-бэм. Не-не-не, ты чё? Не, я даже не пойду.
Я лучше постою. А вдруг я упаду на рельсах нечаянно и не успею перебежать. Нет, нельзя. Мы постоим. Нет. Вот он подъезжает. Нет, мы постоим. Она Ирка говорит, давай перебежим. Я говорю, нет. Я боюсь, я не побегу ни за что. Так что едем. Вон поезд пошел. Так что нам осталось перейти рельсы, и все, и мы дошли. Да я иду, рассказываю. И мы в светофорчике. Сошли, там тепло, здесь дуба, короче, йогурт зашла, здесь холодильник полностью. Мы замерзли, вообще бегом, бежим отсюда. Все, бегим, с холодильника вышли. Тут хоть тепло, вообще жестко. Ой, вообще ужас, все. Потеплело, пошла конфетки выбирать. Теперь уже хорошо мне. Ой, вообще дубак, там прям жестко, прям так. Пипец. Что делаю? Что ты снимаешь? Да подожди. Мучается, мой сейчас открывает газировочку. Блин, перевернула как. Видишь, вот. Не можешь. Давай, Ольга, я с тобой. Давай. Все, открыли, ура! Кайфу. Ура. Смотрите, пальчик повредила себе чуть-чуть. Пальчик, вон кровь побежала, я повредила. Дай мне салфетку. Вытереть надо срочно. Друзья, мы уже почти подходим к дому. Мы идем пешочком по дорожечке с магнита. Ой, со светофора. Так что заходите в ТикТок, посмотрите обязательно. Мы сейчас ТикТок у нас снимали вообще. Похохочете. Мы, короче, посмеялись. Вообще угар. Так что заходите в ТикТок мой. В ТикТок у меня будут ссылочки под описанием. Заходите. Не пожалеете, посмеетесь от души. Все, мои хорошие. Мы уже дошли до дома. Вернее, Иришка уже все дошла. Я уже иду домой сама. Так что мне осталось чуть-чуть, я заворачиваю, и все, я дошла. Так что не забываем ставить пальчик вверх и подписываемся на канал. Всем пока. Пока-сики. И небольшие покупочки в светофоре, что я купила. Самое главное, я купила себе вот такое кофе. Она очень-очень-очень вкусная. Мне вообще прям нравится. Такую приправочку взяла. Она очень вкусная. Сейчас прям что-то замутила. Для курицы. Вообще обалденная. Йогурт деткам взяла. Ну, чипсы. И вот такую сладенькую штучку. Короче, какие конфеты искала, какие мы любим, не было. В общем, мы любим еще пастилу. Я люблю птичье молоко, и зефирку, и мармеладку. И, в общем, короче, такой набор сделаю. Так что, если вам нравятся мои мини-покупочки, ставим пальчик вверху. Оху! А у меня здесь киска ходит. Смотрите, котеночек бегает наш маленький котик. Тихо, не убегай. Стой. Ну, это точно котейка. Пантер, ну отойди. Ну, что ты загораживаешь? Я хочу посмотреть на кота. Котя, привет. Все, пока кто его назвал? Стой. Ты имя-то не забывай. Ну-ка, ты на меня посмотри. Киса. Ну, посмотри на лицо. Дай лицо посмотрю. Рики, глазки какие. Ух ты, Рики, тики-таки. Хорошенький. Ты такой хорошенький. Дай сюда. Иди ко мне. Вот он, напугался. Ты что, напугался? Рики, тики-таки. Вот он. Ой, иди сюда. Кисюня. Пантер, он у меня. Я посмотрю, такое чудо. Ну ты чудо чудное. Ну ты чудо чудное, а. Чудо чудное. Рики, тики-таки. Рики, ты хороший ты мой. Вот он. Ну-ка, смотри на меня. Жучок, он бегает. Он бегает. Степка, короче, диван выдвинул, до компьютера поставил, чтобы смотреть телевизор. А он за диваном у нас там, у него местечко спал. И все, выскочил и бегает. Смотрите, какой он сладкий. Ой, ты большой уже. Ты уже топаешь. Стой.